прикольный, а вот... И американский бульдог рвется к победе. Жалко, не красный. Зато... Ага, вот такая подстава, да, Даш? На электростанции можно лететь. О, там люди летят. Ой, блядь. С нами трое. Четверо, извините. Приятного аппетита. Спасибо. Блин, ко мне спустятся или поднимутся сейчас? Не могу понять. Как же ты меня спас, боже мой, везде патроны закончились. Так я вот ждал, вот что там будет сейчас. Так и ничего нет. Ах ты. Не-не, я не мог понять, а где они вообще сидят? Yeah. А, тут БС еще. А я сейчас скину это прикол про шаровую молнию. По-моему, да. А что там? Напомни. Если она такую крутую эмоцию показывает, то в принципе да. Ну, в принципе. Нет, то что феномен шаровой молнии настолько неизвестен, что от него, от этого феномена получали больше пиздюлей, чем информация о нем написана. А, да, да, это я знаю. О, у тебя М15 такая есть, зонтик. Прикольно. Это не мое, но зонтик у меня тоже есть. Мне просто нравится зонтик с одного БП. Но mm-hmm. до моего зонтика по длине... Не, ну там уже БУ-15 какой-нибудь под этот туй. Кстати, я походу склад весь завалил, потому что там последний БС какой-то был. Я не знаю. Два килла только сделал. Обычно к такому уже там килла 4-3, блин, а тут два только. Circle collapse imminent. Get to safety. А дождик хороший пошел, да, Артём? У меня пока нет дождя. А! Блять, как ты меня напугал, сука. Блять, сучка ты, конечно. Тут удлиненный ствол, но... А, тебя уже нету. Меня уже нету, меня уже нету. Как раз можешь дать тому, кто меня убил. Вот ему он понадобится. Он, кстати, бежит в твою сторону. Давай. А, нет, он не бежит. Не-не. Не-не. Там кто-то другой. Маша, походу. К ней навстречу я пойду. У тебя. С радостью пойду. А вот к какому-то челику не. У тебя наверху там кто-то. Ой. Чебурек, стой. Я к тебе пытаюсь залезть. Даже спустись ко мне, а, по-братски. Блядь, ты ленивая черепаха. О, тут ХСОшка, кстати. Где? Ну да. Я вот только что убила с ХСОшкой. Да. А, ну. Спасибо. Так. О, бизон есть? Ну, в принципе, все норм. Просто, блин, это такой страшный момент был, он был подо мной. Я не знаю, как это объяснить. Тут еще давай. Не вперед. Ты справишься, я верю в тебя, давай. Давай, давай. Того, кто там наверху, но у меня тут пусто. Походу, он внизу. Ну кто-то ходит. Ну, внизу, походу. Умирайте, не все. Нет, он на моем этаже. Возможно. Да, да, бать. А, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй.
Ты бы лучше не выходил там. А куда он делся? Он прям телепортнулся как будто. Полтергейст. Он. Не, просто мне вообще не видно было, куда он делся. Changing mag, cover me. И полтергейст не видно было. А у тебя патроны есть надо бы? Малых. Ага. Нифига, еще бы не было. Там 188 штук. Ага, он где-то внизу. Где-то он здесь. Кис. Иди сюда, поросенок. Поросенка зовешь как кошка? Блин, тут никого нет. Он убежал. О, трамвай проехал. И судя по всему, либо 5, либо 8. Другие там не ездят, где Глеб. Настолько все плохо. Есть, я ему верно должен. Да почему ты в упор не стреляешь? Не, серьезно, в упор не стреляй. Двух ботинков стрела, я сейчас на это достижу. Я вообще не попал. Свои гранаты. Блин, это беззвучник. Бобик! Гаси. Блин, нас сделали. Сейчас. У нас тут немезис, да? А знаешь, что немезис значит? Часть этого. Терминатор. Так, броню-ка им попозже. То генезис, а это немезис. Немезис, знаешь, что такое немезис? Лучшая фирма по созданию бутс. Один. А как Адика. Он меня убил? А, все, я понял. А, он прям на меня нацепил. Ё-моё. А, гаси, родная. Вот так. Такого еще не было. Он прям на меня нацепил, я убегаю от гранаты. А, ну, не. Ну, это вместе мне засетил. Лучшая пара. Да. Противофрины Аши. Ой, это еще кто? Блин, эхо. Ага, понял. Эхо. Перехвалил. Да, ты перехвалил самого себя. Нехорошо перехвалил. Да, Аша, со сборкой на 117. Фонарик светит, Даша. Вспышки, фонарик. Все плохо. Как ты не видела? Не знаю. Я не смотрел туда. Я смотрел на людей, которые убегают. А, это ты. Нет, это не я. Уходи, дверь закрой. Че? У меня теперь другой. А, ладно. Блин, только перков нету. На крыше. Угу. Да, я вижу, что на крыше. О боже мой, это пугал меня. Эколог. Я сам себя сбил с машины войны. А? Помогите. Лучший. Что я взяла, блин? Верните мою. Кироборину. Боже мой. Да меня уже не успеешь. Возьми мою эхо. Хотя бы. Блин. Моя жизнь дороже. Сейчас, ой. Нет, не дороже. Там прям наверху. А, в принципе, справедливо. Вначале везло. А потом уже как-то расслабился и что-то. Потом развезло. Да, развезло. Потому что у Глеба лагает. Но все виноват Глеб. У Глеба лагает, все плохо. Circle collapse imminent. Get to safety. Supply drop inbound. Airdrop has been delivered. Я комментировать не буду, что я видел. Как говно. Выпали, блядь. Ну, у меня другая ассоциация была, ну ладно.
чё так слабо? Сильнее не можешь. Ну вот так, вот так. Неплохо. Оверран. Вон там еще один, слева. На 285, походу. Надо на крыше, на горе. Оу, забытое оружие всеми. Забытое всеми оружие. Хоть кто-то помнит о ней. Это как я БК-57 начал использовать. Ой, типа его не видно. Ну-ка. Ага, Жак 12, походу, судя по звукам. На эхо не похож близко. Его. Жак 12, я же сказал.